Привет, милашки! Вы на канале Cuten Channel. Подписывайтесь на мой канал, а также заходите на блоговый канал, который называется Cuten Vlogs. Я насобирала для вас очень много вкусняшек косметики. Это будут продукты уходовой косметики, некоторые продукты декоративной косметики, а также не косметические средства. Покупки, которые я хочу вам показать и которые будут вам полезны. В этот раз я не просто купила косметику и буду вам ее показывать. Я ее купила, уже опробовала, протестировала и могу сказать, стоит ли ее брать или нет. То есть мне кажется, это будет более объективный обзор, поэтому если вам интересно, оставайтесь со мной. Начну с ухода за волосами. Прикупила я себе вот такой огромный шампунь Haven. Я уже не раз брала этот шампунь, и мне он безумно нравится именно с вот этим набором фруктов. Здесь и шампунь, и кондиционер в одном флаконе, поэтому мне он так нравится. У него очень густая консистенция, за счет этого он очень экономный, и после него волосы не сухие и прекрасно пахнут. Очень советую. Эту бутылку в 700 мл я купила очень дешево. Совсем недавно в Еву зашла, взяла кондиционер для волос от фирмы Dove с ароматом кокоса и спробовала всего лишь, правда, один раз, но мне он понравился. Во-первых, он легко выдавливается из упаковки. Это уже большой плюс, потому что у меня были неудачные кондиционеры, которые вообще невозможно было достать с упаковки. Мне нравится легкий аромат кокоса на волосах после мытья, и очень хорошо волосы разглаживаются и блестят, поэтому тоже советую. Тоже гривен каких-то 50 с копейками стоил, но за счет большого литража я ему ставлю большую пятерочку. А в этот раз я взяла себе сухой шампунь от фирмы Batiste каким-то ароматом тропиков. Очень понравился, он, конечно, дороже, чем остальные шампуни сухие, но я понимаю почему, потому что вот эта часть порошка, который должен убирать грязноту волос, здесь больше концентрации этого порошка, поэтому и он стоит дороже. Очень приятный потом запах и аромат волос после него. Единственное, за счет того, что мне волосы тяжелые, наверное, я не чувствую этого объема, который должен быть. Просто волосы не такие жирные, более суховатые становятся. Ну и на этом все. В принципе, все, что нужно делать, поэтому тоже очень советую, мне понравится. И мой любимчик для волос, который тоже приобрела в последнее время в магазине Ева, это эстелевская термозащита. Я себе обновила все утюжки и выпрямители, поэтому мне теперь нужна хорошая термозащита. Взяла Estelle, потому что знаю эту марку, уже пробовала не раз их шампуни, маски. Дороговата марка, но за счет своей профессиональности она работает очень хорошо. Мне нравится эта термозащита тем, что после того, как я сделаю манипуляцию с волосами, они классно пахнут. Но по цене он то что-то 100 с чем-то гривен обошелся. С другой стороны, я не так часто пользуюсь какими-то утюжками, чтобы грешить на то, что я много буду использовать термозащиты. Ну, если углубиться, то она, конечно, не очень бюджетная, но тем не менее я ее могу советовать, потому что очень понравилась. Наверное, покупок для волос было более всего. Я уже поменяла себе мицеллярную воду, потому что наслышана о Garnier, что она просто ужасная. Но по сути все мицеллярные воды, они не очень полезны для нашей кожи, и их нужно смывать. Поэтому я решила попробовать вот такую невзрачную марку, как Lauren. Что-то я когда-то покупала этот фирм, мне не очень понравилось, потому что мне кажется, она простовата, эта сама марка. Но мицеллярная вода мне очень понравилась. Она очень бюджетная, у нее большой объем и пахнет хорошо, смывает макияж хорошо, поэтому как альтернатива Garnier может существовать. Опять же, марка Avon меня не перестает удивлять. Я взяла себе антивозрастной ночной крем. Он очень интересный, у него гелевая структура, и в середине плавают какие-то шарики золотые. Я не знаю, что это, может, это какая-то гиалуронка, потому что этот крем после того, как я умылась, немножко подпекает. Очень приятный аромат, и стеклянная баночка мне сводит с ума, потому что ты пользуешься не чем-то пластиком, а именно стекло, такое тяжелая банка с кремом. Тоже стоил какие-то копейки, но работает офигенно. Мне очень нравится, мне хватает для моей жирной комбинированной кожи, поэтому советую эту линейку. Это линейка Natural, по-моему. В общем, у меня дневной крем тоже от этой линейки, я очень-очень довольна.
И последнее, что я купила по уходу за лицом, вы не поверите, я раскошелилась на патчи под глаза. Я взяла черные патчи от фирмы Esfolio, очень много о них слышала. И храню их в холодильнике, за счет чего утром они будут у меня охлаждать еще зону под глазами. А запах у них как у каких-то дорогих духов, но я не очень его люблю. Пользуюсь редко, потому что не всегда успеваю, не всегда помню про них. Я их проверяла на то, какие они натуральные или нет. Я окунала в воду патч, когда использовала, и он растворялся в воде. То есть это настоящий гидрогелевый патч. Я отдала за них около 385 гривен, что достаточно бюджетно для такой марки. В Еве очень часто проходят акции, и мне, видите, у меня практически вся косметика с Евы. Мне очень нравится там скупаться, очень классный выбор. И после того, как я, вот помню, подержу 10 минут, у меня такое небольшое покалывание. Это значит, что они уже отдали свое, и нужно их снимать. А у меня были патчи от фирмы Елизавека, и они мне выжгли все вот эти веки нижние. Поэтому вы не подошли, я очень боялась, как-то брала эти, честно скажу. Классная, советую. В наборе есть лопатка, все как надо, то есть классная. Дальше уход за телом. Здесь вообще только два продукта. Новый гель попробовала фирма Фам, он классный. Покупала я его в Просторе. Видите, половину использовала, он густой, экономный, хорошо кожа после него пахнет. Он похож на мой любимый в прошлом гель для душа от фирмы Тимоти. Если помните, перевернутые такие были, я очень часто их покупала и снимала видео. Но когда будете пробовать эти гели, обязательно нюхайте их в магазине, потому что не все ароматы с этой линейки хорошо пахнут. Советую, классно и тоже очень бюджетно. И заключительный косметический продукт — спрей лосьон с ананасом от фирмы Avon. Видите, у меня такая сборная солянка косметики, я не пользуюсь одним направлением, не вижу в этом смысла. Классный спрей, очень бюджетный, хорошо освежает ножки. И даже в кроссовках я слышу этот аромат. Классный, советую. Все пробовала, по-моему, уже ароматы с этой серии очень-очень давно, поэтому вернулась опять к ним. Лучше не нашла. Еще за последнее время я приобрела себе пару водичек туалетных. Постоянный любимчик моей коллекции — это Faberlic Aromania. Сейчас взяла с белым чаем. Конечно, сладковатый аромат. Пользуюсь не так часто, потому что у меня сейчас этих духов уже стоит целая коллекция. Мне безумно нравится вот эта упаковка. Это такой антистресс. Она еще стеклянная, очень классная. И, кстати, знаете, что я только что вспомнила? В Avon есть тоже похожая линейка. У них еще такие... Она, знаете, похожа на гранату. Такая чека здесь как будто есть. И тоже ароматы похожи, очень нравятся, тоже там очень бюджетные, поэтому если кому дорого покупать Faberlic, то посмотрите, в Эйвоне должно быть тоже не очень дорого. Это более дорогой, Каори называется, с чем он там в середине, я вам не скажу, потому что, как всегда, я ничего не запомнила. Но это сочетание чего-то мятного с цветочным шлейфом. Это аромат моего детства, когда я ходила в школу, были дешевенькие ароматы, и вот именно он мне об этом напоминает. Плюс классная тоже упаковка, его здесь много, можно пользоваться очень длительное время, советую, покупаю, пока что все хорошо. Все, закончилась уходовая косметика, приступаем к декоративке. Ее не очень много, но тем не менее она того стоит. Добралась я все-таки до базы под макияж Full HD от Evelyn. Единственное, я хотела в белом флаконе, но не было, осталось только розовое. Я вообще не пойму этих баз, что они должны делать. Как были поры на лице, так они остались, ничего она не закрыла. Написано, что это идеальная гладкость и безупречный тон. Я не знаю, я такого вообще не увидела, хотя ее советуют топовые блогеры-миллионники, у которых есть деньги на всякие никсы и прочее, а они пользуются вот этой базой, то ли это маркетинговый ход, или что, но сколько я не пробую эту косметику Evelyn в плане тонаков, никогда она хорошая мне не показалась, не кажется. В общем, я достаточно много его уже использовала, он безвредный, то есть с него крем не слазит, но в общем я никакого эффекта вообще не поняла, поэтому такое, знаете, не очень советую, потому что стоил он тоже так не очень бюджетно, вот не очень для такого продукта, для этой фирмы. Подумайте перед тем, как брать, мне не понравилось пока что.
попала я на офигенную скидку к Еве и купила свой самый любимый на данный момент тональный крем фирмы Maybelline Super Stay 24 часа. У меня оттенок 06 светло-бежевый. Это просто офигенный тональный крем. Средняя стоимость у него. У него плотное покрытие, его можно наслаивать, ну у меня сейчас на коже он в два слоя, потому что для видео крашусь более интенсивно, чтобы свет не съедал цвет, оттенок, но его можно наносить как кисточкой, руками, спонжем, он всегда может подстраиваться по плотности, по вашему желанию, он стойкий, цвет хорошо подходит, вот я не знаю какая это уже упаковка, может четвертая, может пятая. Но я постоянно возвращаюсь к нему, это значит, что он классный, поэтому всем советую, единственное, подберите хорошо оттенок, потому что бывает, что не подходит некоторым по цветотипу, и он жутко экономный, ни одного выдавливания хватает на все лицо, еще остается просто, просто находка, молодцы, Maybelline за это вообще десяточка. Дифирамбы не заканчиваются. За эту же серию я купила консилер. Точно такая же серия Super Stay. У меня Fair 10, светлый оттенок 10. Вот такая вроде бы маленькая пимпочка, да? И за него столько денег. Он реально, если без всяких скидок, стоит просто бешено. То есть вот этот консилер без скидки стоит как банка вот этого тонального крема. И знаете что? Оказалось, он такой экономный. У него тоже плотная структура. Он вот с этим кремом вообще классно работает, тоже у меня сейчас под глазами. Раза в три я купил свою стоимость, и этот консилер, вот эту парочку я купила на скидке, на вот таких продуктах, да. И мне казалось, что вот баночка маленькая, его там мало, нифига, он очень-очень экономный, совет. Что-то я много времени потратила на Maybelline, ну да ладно. Да, я, кстати, почему-то следующий продукт отнесла к декоративной косметике. Это бальзамы для губ. У меня вот был вот такой бальзам для губ, это фирма Oriflame. И я хотела еще другой аромат попробовать, взяла вот такой с граната. Они просто бомбезные. Во-первых, вот эти бочонки. Во-вторых, у них аромат, он настолько приятный, что хочется взять его оттуда и выковырять и съесть. Очень мягкий, очень приятный, увлажняющий. Вот просто все, что я ищу в бальзаме, это вот... вот эти две малышки. И можно бросить с собой в сумочку и удобно пользоваться. Единственное, что туда нужно залазить пальцем, это не очень гигиенично. Ну, я думаю, это же условности. Стоили по 25 гривен, девочки. Обратите внимание, если кто еще не знает, не берите вот эти бальзамы в стиках, типа Nivea, потому что они не такие. Они более жесткие, там больше силикона. Тут, по-моему, более натуральный состав. И я очень-очень советую эти бочонки. И последние два средства, которые я купила тоже совсем недавно, это две помадки. Помадки от фирмы Glambi. Почему-то мне захотелось эту фирму опять протестить. Взяла матовую помаду вот такого цвета. Она в тюбике выглядит, ну, такая, знаете, как более нюдовая, но на губах она достаточно темная. Я не знаю, почему так получается, но... у меня был похожий оттенок, ее, конечно, на каждый день не поносишь, потому что цвет не универсальный, но сама помада хорошая, и стереть ее достаточно тяжело. Вторая помадка – это новинка из серии Disco, Solo Lipstick называется, и у нее упаковка, она из плотной бумаги, она картонная. Это у меня 0,2 оттеночек. Сейчас, кстати, эта помада у меня на губах. Она просто зашибенная. Она не матовая, она более такая увлажняющая, сатиновая с какой-то стороны. Но очень приятная, очень клевый цвет. Я думаю, совпадает. Хорошо пахнет и очень-очень бюджетная за счет упаковки, наверное. Но это и классно, потому что вот молодежь, у нее не столько много денег на эту косметику, чтобы покупать дорогие помады. А эта помада, она настолько хорошо, ее цвет можно подобрать под цвет ваших губ, что даже в школу, я думаю, ее можно намазать и вам ничего не скажут. Я вообще очень довольна, и фирма Glambi тоже меня частенько удивляет позитивно. Ну и закончу видео про покупки своими не косметическими приобретениями. Что я вам хочу сказать, зайдите в Аврору. Берите вот эти вот спонжи. Знаете почему?
Они настолько мягенькие, настолько клевые. Я пользуюсь мокрым спонжем. И мне кажется, что они наиболее близки к аналогам дорогих, потому что такие я вижу, какие они мягкие. Мне очень комфортно пользоваться. Я прям влюбилась в эти спонжи. Единственный минус, что они плохо отмываются. Вот это единственный минус. Во всем остальном, это мой второй спонж. Я бы еще купила 10, но их очень быстро разбирают. Обратите внимание, если кто ищет бюджетный спонж, за небольшую стоимость. Следующее, что я купила, может показаться вам странным и вообще как оно сюда относится. Но, например, я 1000 лет ищу удобную, нормальную пемзу для пяток. И столько уже всего испробовала, что я уже не знала, что покупать, потому что все на какое-то никакое. Зашла я в простор и увидела вот такую щетку. Здесь одна сторона более шершавая, другая более гладкая. За счет этого можно отполировать и убрать загрубелость пяток. Очень классно работает, тоже стоило какие-то копейки. А следующего товарища я очень долго хотела, очень долго думала, покупать или нет. Сначала хотела заказать на Алиэкспресс, но подумала, что для лица нужно что-то натуральное. А я не знала, какое там качество, поэтому я пошла в магазин натуральных камней, у нас есть, и купила себе вот этот массажер. Видите, с обеих сторон он разный. Тут для массажа, здесь для разглаживания. Не знаю, насколько он эффективный, но мне нравится. Я прям хочу вот чем-то таким, знаете, массажировать лицо, потому что бывает кожа устала, какая-то обвисшая, дряблая. А этот массажер, ну, хорошо восстанавливает кровоток в коже, и бывают мышцы жевательные напряжены, и можно хорошенечко раскатать их, чтобы снять вот этот спазм, там, если у вас стресс или если вы что-то твердое кушали. Обошелся мне тоже как-то не очень бюджетно, потому что здесь я купила за 200, по-моему, за 230 гривен, что я считаю не очень бюджетно, но если это натуральный камень, то оно того стоит. Последняя заключительная покупка, девочки, это органайзер для кисточек. У меня моих кисточек сейчас достаточно много, но я еще заказала себе набор кисточек с Алиэкспресс, жду их с нетерпением. У меня раньше была обычная подставка с Авроры, но сейчас Еве я взяла вот такой органайзер пластиковый. А когда у меня появится мой бьюти-стол, то эта конструкция красиво там впишется. Очень классно выглядит, очень удобный и бюджетненький, так что тоже советую. Ну что, понравились покупки? Если да, напиши свое мнение, обязательно жду вас в комментариях. И спасибо, что были со мной, увидимся в следующем видео. Всем пока!